Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в BioShock Infinite. Мы находимся в доме Комстока. Надо сказать, здесь все печально, и я даже не знаю, это больше похоже на город из оригинального BioShock. Как он там назывался? Восторг. Здесь Восторга полные штаны. По-настоящему страшновато находиться, хотя игра не хоррор, но... И кроме всего прочего, у меня крепнет мое подозрение... Я в нем все больше утверждаюсь, что когда мы, помните, заходили в этот дом, что-то произошло, то ли провал во времени, то ли прыжок в другую реальность, но это не та Элизабет, которую мы знали. Какая-то фанатичная, циничная, злая баба. Я, честно говоря, ее даже побаиваюсь. Да. Не, ну по сути, вот посмотрите, это именно как первый BioShock. Тут все безумны абсолютно. Что тут произошло? Рапчур город назывался точно. Вот Рапчур был просто великолепен тоже на момент своего существования. Когда туда попадал главный герой, он представлял из себя примерно вот эту. То, что мы видим сейчас. Ну, ладно. Калибри. Да, вот последние два видео, вот это вот и то, что в предыдущей серии было, прям очень такие содержательные. И, не знаю, человеку, похоже, первый раз подарили видеокамеру. Это вот когда все помнят, наверное, свой первый телефон мобильный с камерой. Все ходили и тупо щелкали всякую ерунду. Тут что-то подобное, похоже. Маски. Жуть, пипец. Шесть, полгода. Во-первых, тут просто дико жутко. Во-вторых, тут кругом вода, как в BioShock. А в-третьих, манекены. Кругом манекены. С огромными головами. Ненавижу манекенов. Ненавижу. Давайте посмотрим, что это. Слесарный набор, отлично. У нас уже 15 отмычек, при том, что мы применяли их вообще везде, куда только можно. Ни одной двери закрытой не оставили. Так что отмычек хватает. Твою мать. Вот сейчас... Сейчас, если это будет, то я не знаю просто. You talking to me? Тихо. Вон они. Будем надеяться, что они не слышали мою экспрессию. Я думаю, это сволочь. Слухач. Он, говорит, услышит любой ваш грех. А, конечно. Здрасте. Давай, посылай своих шестерок сюда. О, человек-сосед проснулся. Передаемся дружно привет в комментариях. Давай. Хорошо, накрывай. Кто-то еще шевелится, что ли, после такого? Я надеюсь,
достаточно скоро будет момент, когда я уже встречусь с этим слухачом, и он не будет от меня убегать, потому что он меня заколебал уже, просто посылает на меня толпу врагов. Так, новая снаряга. Брюки, соли за здоровье. Если солей мало, энергетики снижают здоровье, а не запас солей. Нет, не подходит. Мне так здоровье постоянно тратится. Я его просто возьму. Мне такое не нравится. Вот, Элизабет, посмотрите на ее лицо. Где мы работаем? Приведи девчонку, и мы в расчете. Но ведь в конечном итоге именно ему придется заплатить по всем нашим счетам. Где начинается его вина и кончается моя? Что стало с Элизабет за полгода? Полгода не такой большой срок, если подумать. Снег или пепел? Снег. Так, тут мы были, проходили, вот зашли мы туда и в итоге сделали такой серьезный круг. Так что не волнуйтесь, с той стороны, я думаю, уже у нас ничего не полетит. Где мы работаем? Где мы учимся? Так, понятно. A man once promised me that he would free me of my chains. But in the end, he abandoned me to serve his own needs. But in some ways, I thank him. He showed me exactly how much faith our species deserved. Ah, понятно. God Ой, какая музыка. Put his faith in men once too. Извращенный, конечно. Оригинал обожаю. I did not always love the prophet. Truth, I ran from his embrace. I even denied that I was his. I followed a man who seemed to be everything my father was not. That man was a false shepherd. And when the wolves came for me, he was nowhere to be found. Элизабет решила, что я ее бросил. Или бросил. У меня просто пунктик насчет этих голов с светящимися глазами. Не подумайте. Хорошо, валим. На самом деле я печалиться начинаю от того, как история поворачивается. Не потому что сюжет плохой, а потому что он грустный. Кабинет смотрящего. То есть главврача. Падение бэтлшипа. То есть дирижабля того. Это ж мы его уронили. Или нет? Нет, это другой. Да. Уронил камеру. Себя уронил. Ладно. Вот помяните мое слово. Сейчас тут будет страшное мясо.
по этому помещению уже видно. У нас не так, чтобы много оружия. Если что, нам придется отступать куда-то назад, в узких коридор, примерно вот сюда, и дарить им много-много пуль. Так, хорошо. Блин, здесь даже искать нечего. Хотя нет, вроде спокойно более-менее. Билл не прав, мал-мал, ошибку дал. Господи, человек-сосед. О, так, кабинет директора. С каждым днем я все меньше верю в Бога и все больше в Люц. Моя сила увядает, уступая место сожаления. А все виноват отец. О, Господи, да я тебе самому когда-нибудь по голове настучу. Он подвел меня. Когда я поняла, как далеко зашла, было уже поздно. Но у нас с ним остался последний шанс искупить вину. Я, честно говоря, совершенно прослушал, что я говорил, потому что я думал, просто представлял, как я молотком стучу сейчас этому соседу по голове. И вот вы понимаете, я же говорил вам, что скоро, если все будет хорошо, а в Аберса перееду. Не думайте, что там не будет человека-соседа. У нас в Уфе постоянно кто-то куда-то переезжает, постоянно движуха, и постоянно кто-то делает ремонт. Так что от этого никуда не денемся. Вы думаете, это все время один и тот же человек-сосед? Да тут постоянно кто-то, мать его, ремонтирует. Ох, поэтому я даже не буду извиняться, потому что делаю это каждый раз. Я уже просто не знаю, что с этим делать. У меня же не студия, верно? Звукоизолированная. Шляпа, упрямый убийца. После каждого успешного убийства до 5 урон убийств, урон оружием. Блин, меня просто сбило с мысли это все. Увеличивается. После каждого успешного убийства урон оружием. Ну, давай, чё. Потом будет прикольно. Так. Нам... нам туда. Давай сюда пойдем. А, можно и отсюда, да? Да, пойдем в центр. Смотри, какая прелесть. Что тут? Какая-то девушка. Судя по всему, Элизабет. О, если это то, что я думаю, то это явно была Элизабет на фотке. А нет, смотри, это вообще какой-то телек, что ли, или что это? Как экран. There's the switch. Переключатель. Переключатель чего? Так, ладно, переключить что-то непонятное мы сюда успеем. Давайте сначала помародерим здесь. Хотя здесь все уже отмародерили до нас. Может, что есть, что хорошее. Голософон нет никакого, я почитал. Онатор. Хорошо, давайте уже. А вот, смотри, прям такой... Ох, ладно. Элизабет, кабинет директора. Пути назад нет. Я не смогу это остановить. Но, может быть, я смогу помешать этому начаться. Он был моей последней... А, он был моей первой надеждой. Теперь он моя последняя. Что с ней стало вообще? Should be able to head downstairs and get to Elizabeth now. Спуститься. Ой, твою мать. Вашу мать, уроды, я же вас сейчас... Сейчас будет месть и кирпичи. Так.
который раз уже. Вот эта игра, знаете, чем она подлая? Блин, я представляю, просто разогрелся. Она не хоррор. Поэтому здесь, когда суют скримеры, ты пугаешься пуще обычного. Капец. Я вообще, блин, пересрал просто. Так. Да, надо будет пораньше делать. Я совершенно не пользуюсь этой способностью. Зачем брал тогда, раз не пользуюсь? Ох, капец. Если ты будешь там, то я буду этому очень рад, честно говоря. Я хочу тебя убить уже. Ты меня измучил. Тоже ходит туда. А, это товарищ с картечницей. Сейчас мы ему картечницу его натолкаем в одно место. Пардон. Живой еще что-то. Вот и все, вы боялись. Ставит прикольно, греется. Прям так. Раскаляется. Это мне нравится. От автомата я что-то в свое время качал. Так и не докачал, ничего, ни рыбы, ни мяса. Так, мне в лифт, что ли? Нет. Здесь мы были. А, совсем назад идем. Понятно. Silent Hill. Хорошо, вроде как паркуем. Лифт. Обратно на лифте, да. Блин, я до сих пор отойти не могу. Да пипец, я вздрогнул. Вот оно. Точно. У нас что, дверь была закрыта? Я и забыл. Запрещенная зона. Элизабет! Hold tight! Вот это моя Элизабет орёт. What? It's a tear. What is it? Why do you ask what? When the delicious question is when. Lives, lived, will live. Dies, died, will die. Не надо, умерла я. Ох, не добро это. Знаете, это больше похоже на Леди Комсток, чем на ту Элизабет, которую я знаю. As you can see, Booker, the lunatics are running the asylum. Посилу эту часть. They don't even listen to me anymore. All I can do is watch as what I set into motion slides into its terminal stage. It took all I had left in me. Just to bring you here. Elizabeth, I don't understand. I heard you screaming. I was coming to get you. Are we... Here. Take my hand. Что-то жутко как-то. Она старая, прикиньте. Офигеть.
seed of the prophet. Офигеть. And drown in flame the mountains of man. Say what you will about Comstock. He was a hell of a fortune teller. Wasn't the torture that broke me? Wasn't the indoctrination? It was time. Time rots everything, Booker. Even hope. I was coming. Songbird. He always stops you. Yes, but I would find a way. No. It's too late for me. I brought you here for your sake. Yours and hers. Here. Нью-Йорк. Крайслер Билдинг вон. What is this? It's for her. She'll know how to read it. What does it say? It's advice. Advice on what? How not to become me. Охереть просто. Извиняюсь. Это что вообще было? Это была просто еще одна реальность, или это... Хотел сказать, или это наша реальность. Здесь уже нет нашей реальности, мы столько раз переместились, что я вообще не понимаю уже, где мы. Заткнись ты. Уже злиться начинает от того, что чувствую себя тупым. Потому что разработчики и Кен Левайн лично, они... I'm back. Берут и... 1912. Before she... There's still time. 912-й. То есть тупо надевают кастрюлю на голову и стучат по ней половником со всей дури. Вот такое вот ощущение. Просто выносят мозг. И за это я их, при том, что очень ненавижу, еще более сильно люблю. Давно со мной такого никто не проделывал. Надо спасать. I gotta get in there. Maybe if I shut down those machines from upstairs. Сверху. Погнали. Опасно. Что-то я разогнался. Сейчас меня и убьет. She is not your daughter. Ты отец выживучий. Давай, давай, отдышись маленько. Япона, мать. Надо было делать гипноз. Хорошо. Сейчас я вам задам. Нравится? Ох, капец. Чуть-чуть натворил. Порвал одного, снес голову второму. Блин. Помните, я вначале говорил, что боевка здесь, геймплей корявый. Это вообще не так. Боевка и геймплей здесь просто мое почтение. Просто оно раскрывается все вот ближе к концу уже. Тут столько возможностей, вот именно как ты проходишь. У каждого персонажа, я думаю, то есть у каждого человека будет свой вариант того, как он будет действовать в той или иной ситуации. Ну, это капитан очевидность, конечно, я хотел не проснуться. Но... Ха!
Да, блин. Блин, соли кончились. Плохо. Так, ну, давай. Я немножко не в том положении, чтобы идти куда-то. Сдохнет уже. Смотри, какая оборона. Фух, хорошо. Капец, это будет мясо. Я уже понимаю, похоже, последний бой. Че, помаленьку так прорвемся. Тем более, что наш герой, по сути, бессмертен. Ну, не бессмертен, он помирает, но в другой реальности выживает, как вы помните. Выходит из этого кабинета. Вообще, если обо всем этом начать думать, то можно поехать крышей. Блин, Элизабет. Хотя тут не хватает. Хелгасты. Провода идут куда-то сюда. А что у нас там? Я думаю, второй такой же коридор, ведущий с другой стороны. Если там опять противники, то это будет печально. О, да. Людей нет? Вроде нет. Все хорошо, валим. Радиация. Капец, вот тебя тут не хватало. Один готов. Ну, ничего, держись, Комсток, сейчас я приду и познакомлю тебя с своим дробовиком. И не бойся ты, солдат ребенка не обидит. Блин. Как? Видимо, с другой стороны откуда-то. Элизабет, нет. Блин, я же не продержусь против них. Я даже так не падаю. Знаете что, я буду их ломать лбом, если они сюда заломятся. Так, это не то? Или то? Вот оно. Япона, мать! Ты же не войдешь сюда, верно? Капец, вот это я попал. Минусца. Подожди. Блин, я хотел оружие сменить, чтобы призрак за меня повоевал.
Сейчас, ребята, сейчас вам будет подарков. Блин, это, конечно, рамбовать начал зря. Ну, патронов зато дали опять по 100, а жизни у них, я думаю, не восполнились. Блин, тут 26 патронов, но ручная пушка, она, на нее патронов еще можно будет найти, она очень сильно прокачана. Я не знаю, давайте пока мы оставим ее, хотя она и пустая. Полтинник ушел. Блин, а как? Как это сделать? Может, мы все-таки... А, мы же сейчас ее, наверное, освободим. Так, заполненный дробовик лежит здесь, если что. Здесь лежит калемет. Куда я иду, в общем? Что-то я как-то выключил мозг на секунду. О, панна. Ага, вот сейчас. Elizabeth, I'll be right there. Сейчас иду. Что ж вы делаете с людьми-то, попень? Фу, так, ладно. Что-то она там, по-моему, без сознанки уже лежит. Офигеть, вы это видели? Смерч. Долбанный торнадо просто. Это офигеть. Ты живая? I'm gonna fix this. You ready? Just do it. Here. Прямо между лопаток. I think someone meant for you to have this. What is it? Just read it. Your dream of New York. It's me. I'm the one who... She's given us a way to get past Songbird. We're gonna find an airship and we'll leave Booker. Paris, Elizabeth. Remember, you wanted to go... We're not leaving. We are going to find Comstock. Why? You saw what he turns me into. I will not allow that. And so what? You're going to kill him? This is where you start moralizing, Booker. You forget. I know you. I'm not going to let you kill him. Really? Booker? What are you going to do to stop me? Ну хоть ты-то не начинай. Because I'm gonna do it for you. Да. Угрожает еще. How to find the prophet. Comstock's Zeppelin is outside. The hand of the prophet, he calls it. When did you learn that? I've been here for a while. How long? Long enough.
Да, изменилось немного. Посмотрите на ее голос. Вернее, послушайте. Посмотрите в глаза. Child's play. There. Как это она стала жутковата. Locked. Elizabeth. Give me a second. All done. Хорошо. Так, возможно, это последняя улучшалка, потому что, мне кажется, финал он уже вот-вот. Ну, давайте улучшим щит. Perfect. Доктор Гаррисон Пауэлл, 1912 год. Операционный театр. Эта процедура поможет усмирить девчонку. Когда мы установим имплант, любая ее попытка изменить положение вещей будет вызывать сильнейший удар током. Павлов так заставлял собаку пускать слюну. Мы заставим ее плакать. Сволота. Один товарищ выжил. Повезло ему. Потому что сейчас меня под его группу, но лень идти. Все, поехали, Элизабет. Everything here is a cipher that I understand, except for this symbol. It's a cage. Did she say anything about this? No. У меня такие вот... То, ладно, я не буду пока. Возможно, это будет спойлером. Но у меня есть подозрение. Блин, ну это же Букер. Букер — это Букер. А это Леди Комсток. Watch where you're pointing that. Нет? Это же они. Хорошо, оружие нам дали. Сейчас все выяснится, я думаю. У меня уже просто голова, мозги набекрень от этого всего. И не столько... Я вообще думал, что вот этот вот соловей, который за нами гоняется, что Букер — это он. В другой реальности, который не дает сам себе это все сделать, потому что от чего-то его как бы оберегает. Но это глупо. Вот насчет Комстока я начал думать именно вот после... В начале, помните, там, когда... Look, it's the hand of the prophet. Comstock's flagship. We've got to find a way on board. Stay here. I'll handle this. We're doing this together, or I'm doing it alone. Either way, I need to know that things been done. DeWitt, you struggle against prophecy. Prophecies. Like a stone loosed from a sling. How thrilling to launch. How breathtaking the apex. And how terrifying the descent. As gravity drags you down into the inevitable. Жутковатый какой. Короче, насчет Комстока я подумал. Помните, в начале была сцена с причастием каким-то, что ли? Посвящением. Мы его макали в воду Букера, то есть нас. Нам попадали в этот храм. Он же, по сути... И религиозный. Ну, блин, я не знаю. Сейчас посмотрим. Есть улучшение? Нет, на мою пушку. Можно было прыгнуть, сортировать. Да, полно тут всякого. А того, что нужно, нет. Патроны бы я купил. А сейчас мы в 4000, в принципе. Давайте мы, я не знаю, давайте вот эту пушку. Как она у нас называется? Поливалка, по-моему. Магазин и винтовка. Так.
Короче, поливалку давайте улучшать. В принципе, я думаю, нам от этого хуже явно не будет. И это, кстати, вот вы заметили, вот это вот то, что я делал, это я делал на пулемет улучшение. И так как оружие, в принципе, одинаковое, оно улучшение от одного применилось к другому, похоже. Или нет? Так, насчет поливалки все. Хорошо. Нормально. Открой, пожалуйста. All done. Не знаю. Крыша дома Комстока. Подождите, тут он сидел? Комсток сам или нет? Да вроде нет. Я уж подумал, это офис его. Хотя это, наверное, его офис и есть. Это его балкон, куда он выходил покурить там, скажем. Я не знаю. What's that sound? Look, take cover! They must be duds. Those aren't duds. They're... Look around you, Elizabeth. I built all of this for you. You are my heir. Вот это будет пипец. And what has Elizabeth done for you? To him you are now what you always were. Means to an end. Нормально. Так. Ты добиваешь их, нет? Нате в спину. Need this? Great. Готов. О, второй идет. Блин, да не застревай ты. Где там москит? Да блин, я не вижу, что за этим открытым. Блин, его уже сломали. Да ничего, прорвемся. Уже вижу тут. О, спасибо. Не так сложно, как могло бы быть. Я на самом деле хотел не это, ну ладно. Ох, хорошо. Давай отрабатываю по ним. Да и поломать. Так, барашка, иди сюда. Еще. Do it. Sure thing. Давай.
Еще идут, смотри, да их толпа тут просто. Ну ладно, толпу убьем. No проблема. И знаете, мне кажется, ли мы здесь тоже были. Только здесь его выглядело не так печально. Пусть пока долго. Ох, вон они, ребятки. Где-то там? А вон. Так плохо видно. Хорошо. Вот так вот. Все, спокойно. Пойдем теперь посмотрим, что тут такое. Think you can pick this? Give me a second. It's done. Да. Знаете, давайте мы на этом закончим, наверное, эту серию. Следующий. Пойдем дальше пробиваться. Я так понимаю, что по сути это осталось. Не знаю, я не скажу, что на одну серию, потому что по-всякому может повернуться. Но сюжет просто закрутился вообще там в тупую спираль такую. И я думаю, скоро это все как пружина треснет, и будет что-то такое, что опять челюсть просто упадет на район там первого этажа где-то. В общем, надеюсь, вам тоже нравится, скоро будет развязка. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, но за спойлеры я баню сразу предупреждаю. Поэтому, короче, обсуждайте, но в меру, потому что всем интересно узнать сюжет. Надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.